Добрый день, дорогие мои профессионалы и просто любители красоты. С вами художник-гример Денякина Светлана. И в этом видеоуроке я вам подробно расскажу и покажу на модели Виктории, как быстро и легко сделать вот такую замечательную прическу, высокий пучок. На самом деле, высокий пучок делается холодным способом, то есть без накрутки, на основе прямых волос. Длина и густота волос средняя. На самом деле, волосы не окрашены, натуральные. Профессиональные мастера меня поймут, что с натуральными волосами гораздо сложнее делать прическу, но в любом случае прическа выполняется быстро, по времени. Экспресс, я бы сказала, данный вариант прически. И данный вариант прически на вот этой стадии, когда я собрала в хвост, можно трансформировать в легкий текстурный хвост. Поэтому выбор за вами, какую прическу выбрать. В любом случае два варианта уже есть на канале у меня в YouTube. Много раз повторяюсь и говорю, что любая прическа, укладка выполняется только на чисто вымытые сухие волосы. Это вам обеспечивает самую простую и легкую тогда работу. Самые элементарные чистые волосы. Итак, первоначально сажаем клиента к зеркалу и смотрим высоту пучка. Подходит или не подходит, объем пучка, насколько идет Виктории, то есть я все это рассматриваю. Уши торчащие или не торчащие? Если не торчащие, то можно виски заглаживать или все-таки объемными сделать, как лучше. То есть любую форму вы должны предварительно обсудить с клиентом. Тогда у вас прическа будет в итоге красивая и такая, та самая прическа, какую хочет у себя внутри, видит, то есть в голове своей ваша девушка. Потому что, как правило, должны услышать и понять, что же она хочет. А мы знаем, что женщины у нас непонятно, что хотим мы на самом деле, да? Видим по-своему, объяснить порой не можем. Поэтому, соответственно, все это обсуждаем. Вот я высоту хохолка с ней, получается, с Викторией обсуждаю, как лучше, видите? То есть приподнимаю, опускаю, ширину, объем. И все это сразу я понимаю, насколько мне объемно тогда поднимать в процессе уже формирования самой формы прически. Так как у Виктории есть челка, поэтому я работу начинаю именно с нее. Ее можно вытянуть феном, просто самый обычный брашинг в руки взять и вытянуть в обратную сторону, то есть от лица направление задать. Если у вас, например, опять же, если челка удлиненная, как в моем случае, если у вас самая обычная челка, то вперед, естественно, самым классическим способом. Если у вас нету челки, то, соответственно, пропускаем эту стадию и переходим сразу уже к гофре. Если у вас, например, нет наличия фена, то в таком случае вы можете протянуть челку в направлении либо утюжком, либо плойкой. Абсолютно какой инструмент у вас в руках есть, тем и работаем. Просто если вы парикмахер и стоите на рабочем месте, и у вас в наличии фен, то, конечно же, феном любые челки самые простые, элементарные, протягивать, вытягивать и подкручивать в нужное вам направление. Затем, для того, чтобы был объем в прическе, удобство сборки. Я ведь не зря сказала, что прическа делается холодным способом, то есть плойку в данном случае я не буду использовать при сборке. Поэтому в любом случае нужно волос проработать, а проработать я именно начинаю с проработки гофре. Гофре задаст рифленый эффект волосам. Волосы, соответственно, потеряют свой скользкий такой рассыпучий вид и, соответственно, пластичность приобретут. Поэтому проще мне будет вытягивать ребра. Ребра причем объемные, тяжелые, и пучок сам будет устойчивый после гофре. Весь принцип гофре. Вам нужно отделять тонкие такие пряди, чтобы гофре смогло продавить их, самое главное. Очень близко к прикорневому росту волос подносим гофре, самое главное не обжечь, конечно, но в любом случае максимально близко лучше работать к линии роста волос. И прижимаем гофре изначально в прикорневой зоне интенсивно, а затем нажим сбавляем уже к середине прядки. Тогда у вас гофре максимально распределяется ровно по всем волосам. Гофре для этого нужно брать мелкое, чтобы его видно не было. То есть ни в какой прическе не допускается на самом деле жесткий такой гофре, чтобы его было видно. Гофре это просто вспомогательная проработка волос. Это не украшение для волос, это просто вам удобство создает в сборке прически.
Для начинающих мастеров я всегда советую на самом деле обязательно прорабатывать гофре. Вам проще будет работать впоследствии после гофре с волосами. Если у вас волосы, например, блондинка, пережженная, то в принципе на самом деле волос настолько сухой, что и так в объеме будет приподниматься и стоять в стоячей форме. Если, то можно и не, на самом деле не прорабатывать гофре, все индивидуально. В данном случае у меня натуральные волосы, и натуральные они скользкие, сыпучие, поэтому, соответственно, гофре лучше проработать. Итак, следующая стадия. Отделила П-образный пробор на теменной зоне. Челка отдельная, соответственно, а вся остальная длина волос проработается начесом. Начес делаю на пудру, потому что, еще раз повторюсь, что волосы натуральные. Начес может скользить и просто заваливаться. Соответственно, чтобы это не произошло, я использую пудру, самую обычную пудру для объема, для начеса. В данном случае это Estelle, можно взять Got to Be, можно Taft. Не заморачивайтесь, на самом деле от бренда не зависит. Самая обычная тафтовская Got to Be, прекрасно рабочая пудра. Для того, чтобы приподнять челку, добавляю прикорневой начес, не сильно плотный, но все равно будет он там. А в итоге, конечно, будет еще раскладка челки, но это уже чуть позже покажу. Сперва, самая первая работа, с чего вам нужно начинать, это с формирования теменной зоны, объема хохолка. Во-первых, хочу сказать, что изначально обязательно клиента к зеркалу сажаем, девушку, женщину, чтобы клиент ваш видел, какой объем в итоге получается на лицевой зоне прическа. Потому что если очень сильно вы задерете в объеме, то, возможно, очень сильно задаст возраст. Чем объемнее на самом деле какие-то элементы вы выполняете, и иногда получается прическа задает возраст, а это плохо. Мы знаем, что все хотят быть молодыми и красивыми, но никак не возрастными. Поэтому, соответственно, всегда смотрим в зеркало, насколько эта прическа идет вашей клиентке. Это очень важно. Все-таки я понимаю, что вы следите за чистотой, за современным каким-то элементами, но в любом случае прическа не должна создавать сильно возрастную категорию. Итак, хохолок приподнимаю. Каким образом? Так как у меня там внутри начес, то я загладила расческой вилочкой и сформировала легкий жгут, который подкалываю на шпильки. То есть не пользуемся в данном случае на данном этапе невидимками, потому что вам слегка нужно подколоть и, соответственно, дальше уже вытягивать объемные ребра. Ребра по объему всегда контролируем, всегда можно вытащить их еще и еще больше, но назад как бы их засунуть очень сложно, грубо говоря, но это так. Поэтому, соответственно, всегда вот мой совет личный: вытаскиваем ребра понемногу и смотрим, клиенту идет или не идет. Хочется еще выше хохолок сделать, тогда еще выше ребра тянем. То есть вытянуть вообще не проблема ребро до бесконечности. Но дело в том, что отдельные категории причесок, когда делается на фотосъемку, это отдельная история. Когда вы делаете прическу на свадьбу, это другая история, понимаете? Когда вы прическу просто в жизнь на какой-то вечер делаете, и, соответственно, это уже третья история, и клиент, соответственно, с запросами обязательно. Когда вы на фото делаете, на фото можно все преувеличено в объеме, все объемнее гораздо делать, это все красиво. Но когда в жизни девушка идет, то лучше все-таки спрашивать мнение ее, насколько объемно она видит и нужно этот объем вытягивать, очень важно. Затем для чистоты в ребрах я использовала Redken воск. Вы видели, черный тюбик у меня был в руках, часто про него говорю, потому что на самом деле мой любимый воск. Запах не особо, но на самом деле качество воска очень хорошее. Не жирнит волос, а приобретает волосы такую вот текстуру, и при пушистости получается вы заглаживаете волос при помощи этого воска, и чистота в прическе. Самое главное, конечно, также в прическе ценится чистота. Когда идеально без пушкового волоса сделана прическа, это качественно, дорого и богато она выглядит. Поэтому, соответственно, используйте любые средства, которые удаляют вот эту пушистость из волос. Это может быть пастообразный воск, это может быть твердый воск, это может быть спрей воск, это любые кремовые текстуры. Ищите
под себя любое удобное средство. Главное, чтобы оно не жирнило волос и не склеивало, а удобно вам формировало вот такие текстурные пряди. Для меня, например, я часто показываю вам самый обычный стиковый воск, просто находка на AliExpress, там за 250 рублей. Также аналогично работает, как и, пожалуйста, Redken спрей воск. То есть я работаю разными средствами для вычищения причесок, для чистоты создания. Поэтому в каждом видеоуроке я вам подробно показываю, каким средством, и внизу описание обязательно даю, как бы, если есть возможность, то ссылки даю на продукты. Итак, следующий этап – собираю хвост. Хвост, почему я выделила затылочную часть центральную? По краевой линии я оставила волосы, потому что я их буду подтягивать хвостом. Потому что это самый удобный способ. Когда вы отделяете центральную часть, приподнимаете максимально высоко. Вы видите, я подтягиваю высоко. Закалываю на самую обычную канцелярскую резинку с двумя невидимками. Это самый мой любимый способ, потому что получается хвост чистый, быстрый и надежно зафиксирован при помощи невидимок. Самое главное в этом правило, в такой фиксации, то, что вы должны невидимкой зацепить волосы и очень сильно натягивать, то есть накрутку вокруг хвоста резинкой. В натяг прям такой должен быть именно накручен хвост, и тогда резинка будет хорошо держать, потому что многие говорят, что такой способ, то есть не держит хвост. Нет, на самом деле весь принцип, когда вы именно интенсивно натягиваете резинку и очень плотно накручиваете, а затем второй невидимкой уже фиксируете поверх, то есть первой, тогда у вас происходит жесткая фиксация. Очень удобный способ сборки хвоста. Итак, следующие пряди по краевой линии я уже подтягиваю к хвосту. Единственный момент, что, естественно, из них я также вытягиваю ребра. По поводу ребер на затылочной части, всегда обращайте внимание, какие волосы, какой текстуры. Очень часто вы знаете, что по линии шеи и по краевой линии много вновь растущих волос, которые не дотягиваются по длине к общей, а просто пушком таким, как бы, видом спускаются, выпрыгивают из общей массы волос, и, соответственно, вы в принципе лаком лачите, а все равно эта пушистость остается на затылке. В таких случаях мой совет: сильно ребра тогда не вытаскивайте. То есть, когда вы вытаскиваете при таком пушковом волосе объемные такие вот спускающие ребра и нависание в затылке делаете в прическе, то прическа долго не продержится, потому что вот этот пушковый волос просто выбьет вам всю текстуру. Лучше интенсивно волосы тогда гладко подтянуть к хвосту, загладить, зачистить и без сильного вот этого нависания из ребер. Всегда форму делайте, исходя из волос. Я все понимаю, что, например, вы хотите модно, стильно, чтобы и с ребрами, и так вот текстурненько все было, но не все волосы, не всех волос можно это сделать на самом деле. Когда я подтягиваю все пряди к хвосту, то крепление должно быть надежным, потому что это основа прически. Всегда вы должны помнить, что внутренняя часть прически, сборка выполняется надежно. Все пряди я креплю только на невидимке, никаких шпилек. Невидимки крест-накрест, возможно, где-то, что если толстая прядь, то, конечно же, добавляем уже крест-накрест невидимки. И нависание вот это вот на затылке очень красиво смотрится, потому что прическа приобретает такую провисающую легкую форму, как будто бы ненавязчиво где-то произошел такой вот легкий спад прически. Это красиво, женственно смотрится в таком случае. Конечно же, когда вы делаете ребра, то также я использую и на затылке спрей-воск. То есть спрей-воском я работаю полностью, прорабатываю всю прическу. В данном случае спрей-воск помогает как раз мне сделать текстуру, чистоту, и вы же видели, что я не прорабатываю плойкой волосы. То есть, когда волосы у вас все-таки пушистые, какие-то волнистые, кудрявые, то обязательно предварительно тогда нужно прорабатывать волосы либо плойкой, либо утюжком, но либо на фен брашингом вытягивать. Но в любом случае проработка нужна. У Вики волосы гладкие, то есть такой интенсивной пушистости у них нету. Соответственно, я могу работать просто холодным способом.
К чему я все это говорю вам? К тому, что все индивидуально. То есть всегда подходите к каждому клиенту индивидуально. Вы видите, что волосы очень сильно пушатся, непослушные. Но не справитесь вы холодным воздухом, холодным способом. Потому что не загладите, не будет чистоты в прическе, а прическа будет грязная, пушистая. И мало того, что она через 2 часа у вас еще больше вот этим пухом от волос покроется и потеряет форму даже. Возможно, потому что волосы начнут выпрыгивать в разные стороны. Поэтому лучше всего прорабатывать. Тратьте на это время, но в любом случае накрутку выполняйте, протягивайте волосы, и после этого только выполняйте сборку прически. Кстати, очень часто клиенты переживают, когда полностью прическу нужно собирать, если торчащие ушки, то не проблема, их можно как бы скорректировать при помощи вот как раз нависающей прядки с виска. Вы можете ее просто делать более свободной, более объемной, и тогда ухо торчащее не будет заметно. Если уши в прекрасной форме, то есть все хорошо не торчат, тогда, конечно, виски лучше заглаживать. Тогда, получается, автоматически вы корректируете лицо. То есть при максимальной гладкости в прическе на височной зоне автоматически вытягивается и худит лицо. Это да, это вот общий принцип пучков. Итак, вот на этой стадии вы можете увести данную прическу в легкий текстурный хвост или в гладкий пучок, как я сейчас сделаю. Это ваш выбор, то есть какую вы форму хотите сделать, но в любом случае я вам предоставляю 2 варианта причесок. Итак, после того, как у вас есть каркас прически и вот такой вот хвост, причем хвост будет не одной длины, потому что, естественно, вы подтягивали волосы к макушке, и у вас образовалась разная длина. Разная это настолько, если волосы тем более средней длины, то, соответственно, у вас не такой-то и большой хвостик получается. Не переживайте по этому поводу, добавляем дополнительно валик. Валики я очень часто добавляю, потому что удобнее с ними крепеж делать. У вас жесткая внутри основа, поэтому, когда стоит выбор, добавить валик или нет, может быть, где-то он великоват, ничего страшного, можно его разобрать и половину валика отрезать и убрать. То есть очень часто я про это показываю, что я валики разбираю, распутываю, получается у вас такой чехол, который вы можете отрезать нужной густоты, нужной длины. Для того, чтобы получались текстурные ребра на объеме большом, отделила крупную прядь, вы видели, и добавила прикорневой начес на пудру. Пудра добавляет мне стоячую больше форму, потому что если без пудры, то натуральный волос просто упадет. Внутри каждой пряди обязательный начес для того, чтобы опять же приподнять каждую прядь. Выделила ребра, загладила, обязательно работаю спрей-воском, чтобы выглаживать каждое ребро, и после этого всего лишь легкий жгут сделала, то есть заворот каждой пряди дает форму. Еще раз повторяем все то же самое, только со следующей прядкой. Вы видите, я беру достаточно густую объемную прядь, добавляю пудру, начес, и начес заглаживаю тут же вилочкой. То есть расческа-вилка на самом деле очень нужный инструмент. Самое главное, чтобы вилка была металлическая, потому что когда пластмассовая, она такого эффекта вам не даст в прическах. Когда вы направляете прядь, то можно ее направлять в противоположную сторону. В данном случае полностью весь пучок направлю в одну сторону. То есть каждая прядь у меня будет иметь направление как по часовой стрелке, грубо говоря. И вы, конечно же, скажете, да, здесь в данном случае очень хорошо, повезло, потому что длина короткая. То есть я буквально подкалываю конец каждой прядки, и у меня остается там, ну, сантиметра два, и причем эти сантиметра два я могу просто обмотать вокруг своего валика. Если у вас гораздо больше длина волос у вашей девушки, то, соответственно, что с остатком делать волос? Естественно, их можно просто скрутить в жгут и обмотать вокруг вашего пучка внутри, то есть спрятать внутри пучка. Как правило, пучки в данном случае не делаются сильно огромными, если вам не нужно, опять же. Если вам нужно добавить еще больше, сделать рисунок у пучка, то вы можете воспользоваться, подколоть один заворот и работать уже следующим оборотом от пряди.
Понятное дело, что от этого изменится и объем пучка, и моделирование произойдет, форма другая будет у вас уже. То есть в данном случае полностью пучок делается из одного заворота каждой пряди. И причем этот заворот я делаю, еще раз повторюсь, в одно направление, вы видите. Каждую прядь вот здесь уже можно фиксировать на шпильке. То есть внутри есть валик, и поэтому, соответственно, шпильки в валике замечательно держатся. Тут не обязательно даже невидимками каждую прядь фиксировать. Чтобы прядь оставалась в стоячей форме, вы можете воспользоваться самыми обычными деревянными спицами для вязания. Главное, тонкими. Либо длинные шпильки. Берите и на шпильку ставьте вашу объемную форму. То есть каждое ребро на шпильку, и тогда она будет придерживать, пока вы будете формировать в целом весь пучок. Для надежной фиксации я использую жидкий лак. Вот сейчас у меня как раз он в руках. Жидкий лак от фирмы Schwarzkopf Silhouette. И могу сказать, что у меня получилось в принципе 5 прядей для заворота. То есть из 5 прядей полностью сделан весь пучок. Момент у меня съемок прервался, потому что я сама снимаю. К сожалению, да, я могу сказать, что здесь кусочка видео не хватает, как я раскладку челки сделала и завершила вот в круговую свой пучок. Но принцип один и тот же. То есть каждую прядь я завернула, там осталось всего лишь 2 пряди у меня. И получился вот такой вот текстурный пучок. Когда вы сделали полностью пучок, вы еще можете вытащить по форме где-то нужный объем, добавить. То есть, соответственно, вы еще продолжаете моделировать весь пучок. По поводу челки, после того как я ее начесала, я побрызгала спреем воском в итоге в конце, когда прическа уже полностью была практически готова, и задала текстурное направление. То есть спрей воск мне разгладил, зачистил челку и, соответственно, зафиксировал уже лаком. Как вам такой вариант прически? На среднюю длину, среднюю густоту, самые обычные волосы натуральные, не окрашенные, не блондинка, заметьте, а самые обычные, классические, самые, я бы сказала, распространенные волосы у Виктории. И данный вариант пучка. Нравится, не нравится? Обязательно пишите свое мнение в комментарии. И так как у человека должен быть выбор, я вам предоставляю. То есть данный пучок можно было сделать не гладким, а таким текстурным хвостиком. То есть хвост нужно было накрутить на плойку, и об этом подробно я вам рассказала в своем следующем видеоуроке. Обязательно проходим по ссылке и смотрим, как сделать такую вот легкую, воздушную, текстурную прическу высокий хвост. Причем данную прическу высокий хвост можно добавлять различные аксессуары. Это будет уже свадебный вариант или вариант для выпускного. Смотрите сами. В любом случае, я вам предоставляю различные варианты. Вариант с пучком, вариант с текстурным хвостом. Сборка прически очень похожа. Смотрим, учимся, а главное, пробуем. А если что-то не получается у вас, обязательно пишите, задавайте вопросы ВКонтакте, в личку можете написать или здесь внизу под видео в комментарии. Если не получается, то в любом случае пробуйте, пробуйте, и с опытом у вас будет все получаться, потому что на то он и опыт. И так как я делаю все-таки еще и макияж, и обучаю макияжу, соответственно, следующий видеоурок будет посвящен макияжу. В данном случае нежный, красивый макияж, который подходит абсолютно любой девушке и для любого случая. Макияж, который не взрослит, а подчеркивает только естественную красоту каждой девушки. И, конечно же, закономерный мой вопрос: как вам трансформация для Виктории? Как вам этот образ, ей идет или не идет? Обязательно пишите свое мнение. А если вы любите Инстаграм, то, конечно же, там я выкладываю все свои короткие видеоуроки. Добро пожаловать ко мне в Инстаграм. С вами была художник-гример Денякина Светлана, прекрасная модель Виктория. Надеюсь, вам видеоурок был полезен. Это самое главное. Благодарю вас за просмотр. И до новых встреч на моем канале. До свидания!